Более 20 лет в Люберцах работает компания, которая занимается производством кофе. В России предприятие входит в тройку лидеров, а за рубежом его продукция пользуется высоким спросом. Наша съемочная группа увидела, как создают сырье для бодрящего напитка. 400 тонн продукции в месяц. Такого объема хватает, чтобы напоить не только российских кофеманов, но и удовлетворить спрос за рубежом. Кофе, сделанный в Люберцах, экспортируют в 10 стран мира. Кофейный аромат царит не только на складах, где хранится сырье, и не только на производстве, где происходит его обжарка. В офисном центре компании есть собственная лаборатория. Перед тем, как попасть в чашку, кофейные зерна проходят долгий путь. Приходит образец из страны происхождения. Наши технологи берут этот зеленый кофе и начинают с ним работать. Первое, что они делают, это проверяют его на наличие дефектов. Дефекты бывают разного рода, их очень-очень много. Дальше проверяется его влажность и проверяется его так называемый скрин, то есть размер этого зерна на специальном оборудовании. А еще проверяют цвет после обжарки и только потом приступают к помолке. Далее самый приятный этап – приготовление и дегустация. На первом месте не только качество сырья, но и модернизация оборудования. Несколько месяцев назад здесь появилась универсальная обжарочная печь. Подобных аппаратов во всей России всего 10, а именно такой модификации он пока единственный. Действительно хорошие производственные мощности, большой склад сырья. И мы увидели сегодня ту производственную линию, которая позволяет нам видеть тот продукт, который мы уже на полках наших магазинов наблюдаем. На кофейной фабрике работает около 150 человек. В основном это жители городского округа Люберцы. Во время пандемии коронавируса предприятие не останавливало свою деятельность. Более того, компания оказывала помощь учреждениям здравоохранения и поддерживала врачей своей продукцией. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.